Ну давай, мальчик, покажи. Ты за белых или за красных? Как тебе не нравится эта красная одежда? Мальчик, ну ты смотри, какой ты модный. Мальчик, ты попал в красное окружение. Куда ни двинься, кругом красное. Вперед, вперед, бам. Если ты еще 3 года так поваляешься, потрешься об линолеум, она, скорее всего, распадется. Мальчик, вон там, возле двери, бетонный порог, об него потрись. Раз. Что ты так говоришь? Ну, я озвучу. Мальчик. А что надо говорить? Мальчик, бедненький, иди сюда, мы тебя снимем. Мальчик. Миш говорит, спасите меня, мой лап. Иди, я тебе сниму. Иди, сниму. Иди, моя киса. Да она отмахивается от тебя. Иди, мою лапочку. Иди сюда. Иди, я тебе сниму. Иди. Ну, тебе смотри, как красиво. Я же тебе тоже такую кофточку свяжу. Вот. Пошли, мальчик, погуляем. Айда, пошли. Пошли погуляем. Видишь, он понял, что одежда не просто так. А надо пойти погулять. Пойдем. Там грязно. Yeah.